на месте водярной стоит стенд, на котором показана та самая на месте фотография прошлых лет. Возможно, наводнения тут были. И карта этого канала. Это канал является ответвлением от Хрудимки. Это канал, это не отдельный ручей, это канал, который в районе стадиона ответвляется и за историческим центром опять объединяется с Хрудимкой. Так как он во время нашей поездки вдоль него, краткой поездки, достаточно информативной, удалось увидеть, вокруг исторического центра есть такие очень интересные места живописные, которые хотелось бы заснять в хорошую погоду. Так как в прошлые разы мы два раза приезжали сюда, один раз именно для того, чтобы исследовать город, посмотреть здесь все, а второй раз исключительно за покупками. Мы ничего не смотрели, времени было очень мало. Сегодня самый отличный день для того, чтобы пройти по этому маршруту.